вообще вот так о команде можешь сказать, что ты можешь сравнить команду, когда в начале сезона и сейчас вообще, насколько вы выросли его не только физически, но и вот менталитет? Мы как команда, я думаю, по ходу сезона росли и становились сильнее, я считаю, и тренера, и все, кто около клуба, всем спасибо, и все делали все возможное, чтобы мы были командой одним целым, и в концовке они за это добились, мы остались одним целым. Никогда не было равнодушных, неважно, выигрывали или проигрывали, все переживали за команду.